В Омске объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают, в ближайшие сутки погода в городе только ухудшится. Ожидается гололед и порывистый ветер. В Омске коммунальщики уверяли, к встрече со стихией готовы, но оказалось, что не совсем. Утром из-за наледи на дорогах в городе произошло более 50 ДТП. Машины встали в километровых пробках. О причинах очередного транспортного коллапса расскажет Екатерина Хлемьязева. 8 баллов. Так оценил утренние заторы в Омске сервис Яндекс.Пробки. На дорогах паника. Снова день жестянщика, комментировали горожане дорожную ситуацию. Сотни омичей опоздали на работу и учебу. Даже идти пешком было сложно. Скользко. Да, не убирается как следует тротуары, конечно. Немножко скользко, конечно. Ну а так-то привычно. Мы же привыкли, сибиряки. Ходим в любую погоду. Только что грязи много. Погода, ничего не сделаете. В мэрии Омска от комментариев отказываются. Нет времени на разговоры из-за аврала на дорогах. Но заверяют, что все службы к ненастью готовились. На дороге высыпали больше 6 тонн пескосоляной смеси. Снега вывезли больше 800 кубометров. Но, по мнению водителя, это не помогло. Без ДТП не обошлось. В ГИБДД зафиксировали 50 аварий. Да ужас какой-то, невозможно работать. Очень тяжело. Очень медленно все ехали. Все крались. Ужасно, скользко на дороге было. Только Марксова там чуть посыпано. Улица Маяковского там вообще каток. Везде ДТП много, очень много. Снег не почищен нигде. Не видел ни одной машины, которая убирала бы снег. А вот частные перевозчики заявили, им к таким проблемам не привыкать. В рейс вышли все машины, но все-таки с опозданием. Машины, если должны были, которые выйти в 6-7 часов, они немножко попозже, в 7-8 вышли на работу. До 9 некоторые задержались. Было сложно, все равно накаты были, все равно наледь была. И там, где, особенно на остановках, там, где автобусы тормозят, конечно, были условия такие, не очень комфортные. Впрочем, чиновники заявили, что техника продолжает расчищать дороги и остановки. Скорее всего, в ближайшие сутки работы им прибавится. По прогнозам синоптиков, снегопады будут идти еще как минимум неделю. ГИБДД водителям советуют быть внимательнее на дорогах. Екатерина Хлемьязева, Юлия Боброва, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.